Мы живем в таком сказочно красивом и волшебном мире. Но, к сожалению, в паразитическом, больном и рабском обществе, где человеку с рождения всеми доступными способами пытаются заблокировать энергетические потоки, связывающие нас со Вселенной, высшим разумом. С первых дней жизни мы получаем дозу яда в виде прививок, которая разрушает наш иммунитет. И это систематически повторяется в течение всей нашей жизни. Нам продают отравленную пищу, уничтожают природу, убивают животных, дают нам ложные знания о нашей истории и нашем мироустройстве. Нам лгут, нас грабят, лишают жизни с самого рождения. Войны продолжаются по сей день. Мы живем как загнанные овцы. Вы действительно верите в то, что этот образ существования, который навязывает нам с рождения эта система, является эталоном здорового, процветающего и успешного человека? Где же наш здравый смысл? Неужели нет другого пути? Как сказал один мудрец, если хочешь изменить мир, начни с себя. Привет, друзья! Меня зовут Игорь. Родился я в 1981 году, и я верю в мир без насилия, поэтому не ем продуктов животного происхождения с 2010 года. И в том же году я исключил алкоголь и табак из своей жизни полностью, потому что верю в здоровое общество и хочу быть настоящим примером не только для своих родных и близких мне людей, но и для всех окружающих. Я знаю, что мы живем в чудесном мире, где мысль – это живая энергия. Ты ее выпускаешь, она живет и творит. Поэтому лучше бы нам следить за своими мыслями, словами и поступками. Ведь мы сами отвечаем за то, что происходит в нашей жизни. Да, я верю в мир, добро, любовь и процветание. И я вам скажу так. Я вышел из этой секты. Подождите. Я хочу для вас спеть эту песню. Она все еще актуальна. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобою ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. И в завершение я хотел бы сказать, что все будет хорошо, но не у всех.